Кря. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Игра Экзе. Странная вообще на самом деле игра, странное дело, потому что я не помню, чтобы я эту игру ставил. Я не помню, чтобы я в эту игру скачивал. Я не помню точно, чтобы я ее ставил на рабочий стол. Но она появилась, наверное, когда-то скачал, но я теперь не помню. 98 Windows. Ой, так, ладно, я Оливер. Лень, какая у меня фотка дурацкая. Так, давай попробуем пароль, я не помню. В смысле, ошибка. А какой пароль? Ра-ра-ра-ра-рар. Ну ладно, забыл свой пароль. А, мое имя плюс конкретный год. Это у нас загадочки, да, пошли. Давай, Оливер 1999, поехали. Я хакер 31. Windows 98. Это старая, такая старая системка. Наверное, многие из вас ее не застали. Напиши в комментах, если ты на ней сидел. Я на ней когда-то давным-давно сидел, когда был мелким. Я к брату пошел, и у него уже так по тогдашним меркам был древний компьютер. И у него, короче говоря, там был вот Windows 98. В то время как у всех уже давно стоял новый. У него почему-то он был древний. И там была только одна игра, Цивилизация 2. С тех пор я полюбил играть в стратегии. Вот это, короче говоря, не будет. Будьте мудаком, и все будет хорошо. Если вы будете мудаком, то мы вас прикончим. Понятно, спасибо. Это хорорец, возможно, хорошец, возможно, говнец. По отзывам, вроде как неплохо должно быть. Посмотрим, пощупаем. Ой, вот эти вот звуки на фоне. Очень атмосферно все это звучит. Че у нас тут, музыка какая-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Под это можно рэп почитать. Меня зовут Динди, и я тут зашел в эту гейм экзе. От меня ушла девушка, и я чувствую себя в пизде. Поэтому играем мы в гейм экзе, и может быть там мы найдем хорорец, а может быть даже не найдем ничего. Надоело мне вызывать кринж. Кринж — это мое имя, я это умею делать. Push me and then don't touch me. Странную музыку слушает молодежь в это время. Ошибка. Какая же это сука? У нас с тобой есть система. Бентиум 2. Бентиум, ё-моё. Меня зовут Оливьер. Ну, понятно, Оливьер, конечно, шныга. Я могу поставить здесь любую превьюшку, которую хочу. Ой, какая тебе нравится? Ой, вот это мне нравится, вот этот хороший, успокаивающий. Спасибо за то, что купили из нашего магазина магазин. Этот компьютер принадлежал Оливеру Фрэнку. Уверены будьте, что все удалите, мы не могли. Чтобы полностью наслаждаться нашим почти новым продуктом. Пользователь Оливьер. Хорошо, я понял тебя, все удалим. А как удалять? Нет, мне не нужна помощь, мне не нужна еда, мне не нужно вообще ничего. Хватит тратить мое время, мое важное время. Время должно быть инвестировано в разработку. Эта игра будет крутой? Конечно, она должна быть такой. Да ладно, ты не знаешь дерьмо вообще о моей игре. Хватит, блядь, мне показывать, что делать. Ты думаешь, ты понимаешь? Ты ничего не понимаешь, Роскомнадзорнись. Короче говоря, какой-то негативный чел владел этим компьютером. То есть, судя по всему, это компьютер чей-то, чужой. И на этом чужом компьютере мы с тобой сидим. И на этом чужом компьютере есть файлы, которые мы с тобой могли получить, но нам надо их удалить. Как ты там? Я Джонатан, я новую игру, хорошо. Я не знал, что... Чё? Эй, проваливай из моего компьютера, что трудно? Оставь меня в покое. Это ты оставь меня в покое, это ты мне пишешь всякое говно. Hello. Эй, я не могу тебе ничего писать, потому что у меня интернета нет. Да в смысле? А как тогда ты мне пишешь? Я тебя, блядь, убью. Да в смысле? Я тебя убью, понял, да? Ну-ка давай! Раз на раз. Я убегу. Че ты хочешь от меня? У меня интернета даже нет. Ля ты шныха, короче, я тебе ответить не могу, а ты иди-ка ты нахуй, слушай. Слышь, ты упоротый. Ты что себе вообще позволяешь? Я тебе ответить не могу, я тебя даже нахуй послать не могу, потому что у тебя интернета нету. Если ты удалишь что-нибудь, я тебя поймаю. Я тебя сам поймаю. Как удалить? Я не могу ничего удалить, я хочу удалить. Если бы ты не сказал, если бы ты мне не угрожал, я бы ничего не удалял. Я не могу ничего удалить, ладно, потом удалим. Пожалуйста, я умоляю тебя. Вот так вот, умоляй меня. Я не хочу убивать больше людей, но ты заставляешь меня это делать. В смысле, я заставляю? Давай ты еще на меня все скинь, да? Это не я жрал хот-доги по ночам, и поэтому я жирный, это ты меня заставил? Пошел, ты понял, да? Пожалуйста, прекрати, я тебя ненавижу. Слушай, у тебя биполярочка, ты тебя кидает туда-сюда. Я тебя ненавижу, я положил мою душу в эту игру. Черный монстр, которого ты видишь. Чё? Это я. Ну, значит, ты лох, выглядишь хуёво. Я даже тебя не видел, но я уже знаю, что ты говно. Воняешь. Он, короче говоря, Роскомнадзорнулся, чтобы душу положить в эту игру. Ну, ты лох. Я внутри этого компьютера. И ты не можешь меня удалить. Я не позволю тебе это сделать. Проваливай нахуй. Вот если бы ты меня попросил нормально.
помнишь эти звуки? Нам с тобой звонят. Когда постоянно там кто-нибудь телефон рядом с компьютером, он начинает тык-тырик, тык-тырик, тык-тырик. Блин, так атмосферно, капец. Ты мне музыку не дашь послушать? А я не могу нормально музыку слушать, потому что там что-то происходит. Слушай, а мы можем к интернету подключиться? Windows пытается подключиться к интернету. Опа, набираем телефон. О, звуки модема, ты помнишь это? Блин, если ты помнишь, то ты ну точно old. Давай попробуем подключиться, посмотрим, пойдет ли. Но я не думаю, что получится на самом деле. Хотя, может быть. Блин, вот это вот постоянно, и ты такой: не трогайте телефон, я звоню, я подключаюсь к интернету, никто нам не звонит. И тебе приходится людей заставлять не брать телефон, иначе телефон сломать. Вот, сука, кто там взял телефон? Кто взял телефон? Ноги, руки откушу. И что надо сделать? Написать работу, двигаться, стрелять, оптимизировать скрипты, полиш. Польский выучить? Типа он такой игру делает, а потом такой: бля, польский надо выучить. Ну как бы ладно, выучишь польский и будет все хорошо. Музыка. Мне нравится Rosbudgeon Music. Это та, которая пианино делает. Я сохранил фотки. Она эмоциональная. Также я узнал о Лешем. Он делает какие-то хип-хопы. Мне не очень нравится, но мне нравится его музыка. Возможно, я скачаю больше песен, когда я подключусь к интернету. Ты не подключишься к интернету, я твой компьютер забрал. Help. Команда не существует. Rungame.exe. Команды не существует. Дайте мне команду, слушай. Мне ж нужна подсказка, как управлять этой хренью здесь. Ладно, потом разберемся. Я, конечно, программист, но не настолько программист, чтобы совсем разобраться. Давай поменяем фон. О, вот это классный фон. Давай, пусть будет он. Так, ладно, пошли дальше смотреть. Лицензии. Ваша лицензия пропала. Я на пираточке сижу, ах, я крыса. Тут еще есть всякие штуки. Команды. О, вот они команды. Найс. Так, а вот она лицензия. Ага, ага, ага. Ага, ага. У меня нормальная версия, не пираточка. 0.7. Вот это вот так бесит, вот эти вот коды. Вводи код, потом думай о том, где ты ошибся, если ты ошибся. Причем ты ошибся в каком-то, знаешь, одном маленьком символе. И теперь у тебя все просралось, и ты должен полгода искать. Вот это, а где ошибка, а где ошибка среди кучи вот этих вот символов? Почему нельзя нормально сделать, чтобы просто все взяло и вводилось? Ну, точнее, можно, уже это сделано. У вас все, теперь не пираточка, теперь мы вас не посадим. А мне насрать, если честно, ну ладно. Команды. Войти, выйти из операционной системы. Перезагрузить. Пинг проверяет вашу скорость. Фикс чинит все, проверяет проблемы с диском. Ля, то есть здесь я прям конкретно тудым-сюдым. О, я. Дарила, вот это у тебя фингал, кто тебя побил? Ля, ты шныха, конечно, выглядишь как говно. Это что такое? А, ну это моя фоточка. Геймфайл. Юнайт. Ты не своруешь мою игру. Так подожди, а его душа правда в этой игре, что ли? Да в смысле? Билд, игра. Не можем подкрыть, потому что сломано все. Но мы сейчас починим. История, мне нужно что-нибудь придумать, потому что истории нету. Мы взяли у программиста, который ничего придумать не может, но зато очень сильно ноет. Нытик. Фу, значит, давай, фикс. Фикс. Да в смысле? Так, ладно, давай пока проверим чек-диск. Поехало программирование. Нету ошибок, ваш диск идеален. А кто у меня опять звонит? Чек IP. Так, у меня есть, кстати говоря, IP-шник. У меня есть все нормально. А интернет у меня работает? Ваш интернет работает. Подожди, в смысле, у меня интернет работает? В смысле, у меня интернет работает? Ну, если у меня есть пинг, значит, есть не интернет. Интернет это ж как бы пинг, это значит, я куда-то захожу. Ну, по идее, это должно так работать. Рестартировать я могу, если чего-то куда-то. Ладно, давай попробуем фикс. Какие странные звуки. Вы не можете подключить. Ой, что это? Чуть у меня мурашки. Да хватит мне звонить, я никого не звал. Я не могу. Почему не фиксит? Так, ну-ка давай рестартнем. Я перезапускаю операционную систему. Даст ли мне это что-нибудь? Я не знаю, сохранится ли она тогда или нет. Я надеюсь, сохранение будет. Потому что я очень, ну, было бы неприятно, если бы это... А это походу с самого начала, да? Ага, это походу с самого начала, да? Не-н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 е, все нормально, все работаем так же. А как мне тогда починить вот этот файлик? Вы не своруете, но я понял. Вот это сломанная слом. About, это что такое? Ну это прочитать документы. Да я не хочу ничего читать, я здесь деградировать пришел, а не читать. Ладно, давай попробуем еще раз. Fix documentation. Ну ты шныга или куда-то? Да ладно тебе, ну что ты вот это вот начинаешь? Reset формат. Ну давай мы все тогда удалим. Reset. Я не позволю тебе удалить мою игру, ты ублюдок. Единственный способ, которым ты это сделаешь, если ты убьешь меня. Не вопрос вообще. Ну давай мы пофиксим тогда. Fix. Fix. Paint. Box. Так я не понял, я чувствую себя обманутым. Понял, это, короче говоря, игру полностью сбрасывает, когда вот это происходит. Хватит спамить, может быть здесь где-нибудь будут подсказочки.
игра game.exe. Ой, это новая игра, слышь. А я могу фикснуть game.exe, интересно? Game.exe. Найдено две проблемы. Пофикшено. Оу, ебой. Билд game.exe. Все, я теперь могу зайти. Наконец-то. Так, что такое? Осталось времени. Ускорение. Это что, пошел какой-то... Я подобрал. Типа слендероподобная игра? Так, ну я появился хер знает где, и хер знает где, куда и зачем. Я могу бегать, но при этом ограниченное количество времени, и энергия не восстанавливается. Но это отстойно, кстати говоря. А, не, энергия восстанавливается, но как-то очень странно. Ладно, я умею бегать, поэтому меня это особо не парит. Когда я подбираю... А, я умею даже прыгать. Слушай, для Windows 98 игра прорывная была бы, я тебе говорю. Если бы ты ее сделал до конца, она была бы невероятная. Блин, почему мне не по себе? Я не понимаю, почему у меня немножечко такая дрожь пробегает туда-сюда. Ой. Чё? Не понял. У меня сейчас с мышкой какая-то хрень происходила. Она у меня куда-то вверх заносилась. Странно, ладно. О, прикольная игра, нормально. Ну, чувак душ свою сюда положил. Ну, ещё. Его проблема, не моя. Чё это такое? Это мне бака какая-то, чё что? Вот это музыка, конечно. Я удалю твою игру, понял, да? Удалю твою игру, лох. Удалю. Да что меня плющит? У меня еще и мышка куда-то уходит. А я сейчас устану, и мне пиздосит. Ну да, все, смерть. А давай проверим твою игру на поломку. Я понял. У меня почему-то постоянное ощущение какое-то вот... Может быть, это из-за старости игры. Может быть, это еще из-за чего-то. Но у меня постоянное ощущение, будто бы... Я... Ну, не знаю. Какое-то странное ощущение. Ну, не знаю, прям дрожь пробивает постоянно. То есть, я понял, здесь бы бегает эта шныга. Мне ее нужно обходить. И, типа, это не беда, это не проблема. Вообще не страшно. Ну, типа, а чё? Я разве пугался? Это ты пугаешься. Ты орешь. А я нет. А вон он ходит. Я понял, его можно видеть по свету. И его можно перепутать со свечкой. Еще почему-то у меня иногда камера поднимается. Не очень понимаю, почему. Вроде бы не инвертировано. Я думал, просто может быть она инвертирована тудем-сюдем. Но нет. Его, в принципе, нетрудно заметить, реально. Его очень нетрудно заметить. А что значит оставшееся время? А он прям ко мне идет? Подожди. Да, по-моему, он идет прям ко мне, слушай. А, нет, он не идет прям ко мне. Он просто идет. Короче, мне нужно остановиться на секундочку. И тогда я смогу... Я могу присесть? Опа, я могу присесть. А это не активируется. Нет! Нет! Ноп! Не надо, братишка, не надо! Я ж в твою игру играю, мне ж в игру надо поиграть, да? Так, убежать от него реально. Это уже важная инфа. Убежать от него возможно. Потому что я боялся, что может быть от него убежать нельзя. И тогда это шныга. Тогда игра вообще шныжная. Но нет, все хорошо. Эта собака меня не уловит. Вообще никто не поймает, понял, да? И удалю я твои вонючие файлы. И тебя удалю. Да что меня? Что такое? А, когда я прыгаю, у меня, видимо, камера вверх поднимается, да? В общем, чувак вложил сюда свою душу для того, чтобы... Да ёб твою мать, дерево! Чувак вложил сюда свою душу для того, чтобы... Блин, у меня еще дверь такая дурацкая слева. Чувак вложил сюда свою душу для того, чтобы мы не могли удалить его игру. Он хотел свою игру сделать настолько популярной, что... существует в ней. Блин, ну, в принципе, без шуток. Я думаю, что его игра имела все шансы на то, чтобы стать самой популярной. Прям рильно. Ну, потому что ты сам посмотри, 98-й год. 98-й год, тогда, я не знаю, птицы квадратными срали. То есть, все вообще было квадратное, все было ужасное. Ну, то есть, и эта игра, конечно, квадратная, но не настолько квадратная, насколько могла бы быть. И все, а тут все нормально. Это что такое? Ой, ну это тупик, это отстой. Тупики это говно, тупики мне не нравятся, так вон он идет. То есть, если я просто иду, тогда стамина начинает восстанавливаться. Если я бегу, тогда я бегу. Понятно, хорошо, важно знать. Но я умею играть в игры, так что мне вообще не проблема. Правда, я пока что уже 3 раза проиграл, но это не беда. Это все из-за елки. Просто ёлка во всем виновата, вот эта собака поет свои песенки вонючие. Я про певицу. А слушай, а нам пиздося, мне кажется. Да не надо мне звонить. Не надо. Для всех недоступен. Для всех недоступен, никому я не дамся. Не надо звонить, не надо ко мне. Так, я пошел отсюда. Давай, до свидания, дружище. Игрушка не столько трудная, сколько почему-то она меня слегка плющит. Я не понимаю, почему. То есть, слегонца меня постоянно дрожь какая-то берет. Не знаю, не думаю, что у тебя такая же штука есть. Я думаю, что... Да ты хватит за мной идти-то, эй. Слышь? Эй, слышь, блядь. Это нечестно, ёб твою мать. Уже 2, кстати, собрал. Да я тебе говорю, он одну себе в жопу засунул. О, здорово.
Троянский вирус? Какой вирус? Меня еще хакнул кто-то. Да ладно, ну взломал, ну еще. Он по-любому себе в пердак засунул ее, наверное, и радуется. Да ладно, меня не волнует вот эта вот надпись. Так, он меня опять сейчас найдет. Слушай, а может поэтому у меня иногда игру плющит? Слушай, а сейчас время закончится, а что будет, если время закончится? Ну, наверное, смерть. Я думаю, что последняя там, где он был. А, не, вон она. Одна нашел. Одну нашел, подам. А, и вон она последняя. Ну и все, я все собрал. О, ни хрена, у меня пистолет, здорово. Ну-ка давай! Ну-ка давай! Я его убил. Оливер пропал, больше нет игры. Я могу теперь все удалить? Вы реально хотите удалить все? Это удалить все свои файлы. Ну-ка подожди, сейчас удалим. А он же теперь мне не помешает. А, нельзя зайти, потому что она закарабчена. То есть мы убили его и все? Это вся игра? Введите пароль, чтобы быть уверенным. Ну давай, Оливер, 1999, я помню. Мы удалили. Ну и получается, мы удалили его душу, да? То есть мы удалили вообще все. Ой, хорошая игра, на самом деле. То есть, хорорец. Хорорец не то, чтобы годнец, но идея прикольная. То есть, сама, конечно, реализация, но оставляет желать лучшего. Не понял. А где я? Я в черной дыре? В коробке? Я бомж? А что я там делаю? Да, рядом со мной коробка. А, это компьютерная коробка. Блин, мне постоянно кажется, что сейчас какая-то херня ко мне сзади придет. Не знаю, у меня еще дверь такая вонючая стоит. Что такое? Ну, компьютер. Ну, а что? Компьютер, кстати, вполне новенький довольно выглядит. Нормально. Ну, то есть, хотя нет, вот этот монитор с жопкой не выглядит новеньким. Так, а что? Я сейчас подниму. Здорово, бро. Стоит там, слышь, стоит. Ха, добрый вечер. А как твои дела? Нормально все? Ну я удалился. Ну а чё, а компьютер-то мой? Чё мне делать? Ну я ж не могу использовать твой компьютер ну да. Чё, долго друг на друга смотреть будем? Поцелуемся уже, может? А, подожди, чё я вокруг него полетел? Я птица? Я ворона? А, реально, я ворона. Я ворона-хакер. Я взломал его, я полетел. Прикольно. Ну ладно, такая вот игра. Мне нравится атмосфера, мне нравится звук. Сама реализация оставляет желать лучшего, но в принципе прикольно. Она, знаешь, немножечко криповая. И почему-то она криповая конкретно для меня. Я не понимаю почему, но вот прям у меня она вызывает мурашки, у меня она вызывает дрожь. Может быть, у тебя так же. Ну а пока на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Пока, до скорого, удачи. А! Что это было?